Привет, друзья, привет. С вами радио «Медиаметрикс» и замечательная программа «Мимо нот» с Евгением Додолевым и Олегом Дружбинским. Мы, как всегда, сегодня говорим о музыке, но на самом деле о жизни. Сегодня у нас в гостях легенда российской, а может быть, даже и советской рок-музыки, знаменитый музыкант, композитор Крис Кельми. Добрый день, Крис. Добрый день, очень приятно находиться у вас. Я прям сразу хочу передать привет, потому что я в Фейсбуке написал, что у нас будет эфир. Игорь Малышев передает тебе привет. О, и спасибо. И Андрей Кудрин. Андрей Кудрин пишет: «Подбодри дружбачка». Отлично. Когда ты последний раз видел того и другого, Малышева и Кудрина? Давно, достаточно давно. А чего так? Я думаю, рабочий процесс эмоциональный. К сожалению, в последнее время мы реже общаемся со многими музыкантами, потому что у кого-то гастроли. Больше общаемся, когда собираются музыканты в команде «Старка». Угу. Вот, ты же по-прежнему играешь в футбол? Да, конечно. Я в замечательной форме сейчас. 2-3 раза в футбол. Это мне нравится, когда человек вот без ложной скромности говорит: я в замечательной форме. Надо чаще говорить о себе хороший. Источник забывается, а мнение-то остается, правильно? Хороший тезис, кстати. 3-4 раза в теннис. Ты совершенно поразил, я не знаю, как Олега, а меня, когда вот перед эфиром мы плейлист обсуждали музыки и про «Усталые такси», которые для меня ассоциируются с Кормухиной, ты начал рассказывать историю про то, что Кормухина из-за этой песни присылала к тебе бандитов там, или это вот да. не успел сказать, потому что это для меня это открытие на самом деле. Да, это удивительная Хотя, казалось история. Бы, я знаю про тебя. Ольга пела в группе «Рок-Ателье». В твоей группе, да. Да. И, соответственно, мне удалось в те нелегкие для рок-музыки годы выпустить на мелодии «Миньон», где было «Усталое такси». В ее исполнении. В ее исполнении, на чем, в общем-то, она и поднялась, и раскрутилась. Вот. Но тут же мне позвонили через неделю Люберецкий и сказали: а что ты поешь Олину песню? Там по Первому каналу, когда есть еще, там по Второму. Я говорю: почему Олина? Это моя песня вообще, на самом деле. Я ее сочинил, я просто дал спеть, выпустил альбом, подарил ей песню. Почему я не могу петь? Ну, мы сейчас с тобой поговорим по-своему. Так. Вот. Подходи к театру «Кукол». Мы как раз только что отжались. Вот, да, это было забавно. Ну, я подошел к театру «Кукол». Прямо на улице, да? Да, на улице их было человек 5 такие. Ну, качки, в общем, конкретно такие ребята. Я говорю: молодые люди, ну так я почувствовал, что они моложе меня значительно. Так в чем, собственно, заключается вопрос? Вам свидетельствует ЗРАО, что я автор песни, ее первый исполнитель. Да. Она говорит: правда, что ли? Я говорю: ну да. А Ольге я сделал просто, будем считать, подарок, выпустил песню на мелодии, она ее поет на своих концертах. Разве... Так объясни мне, разве... это их собственная была инициатива или откуда вообще? Вот... А вот мне сложно сказать, собственно. Ну нет, я думаю, что, конечно, она сказала. Однако, ты с ней не выяснял? Я не стал выяснять, потому что в этот момент она там, по-моему, перешла в другой коллектив. Угу. Ну, это, кстати, было хорошее время для рок-ателье, даже нашему другу общему, Жене Федорову, он ходил на концерт, мне очень понравилась вся и программа. И как Ольга поет, ну такой. А как часто вообще музыканты в своей среде, рокеры, мне казалось, что это вообще история про поп-музыку, вот все эти бандиты, все вот эти вот стрелки, как часто рокеры выясняли отношения друг с другом таким образом? Я говорю выясняли, потому что я так понимаю, что все это в прошедшем времени. Это сейчас, в прошедшем, у меня это был формат взаимоотношений. У меня был только один раз. Угу. Один раз такой был звонок. Но когда я объяснил, все по полочкам разложил, они так спокойно. Ну, тогда все понятно. Угу. Вот, и просто уехали. Это потому, что ты работал без продюсера, я понимаю, всю жизнь. Потому что... Я всю жизнь, да. Я совершил с точки зрения продюсирования одну большую ошибку в своей жизни. Я, значит, у Юрия Михайловича подписал... Юрий Михайлович Лужков. Лужков, да. Угу. Бумагу на создание продюсерского центра, мне дали помещение, кстати, хорошее, в очень хорошем доме, половина первого этажа, такой кирпичный дом, как вот на Волконском, ты же был у меня, да,
И был продюсерский центр. Ставка была, по-моему, 23,70. Угу. Значит, когда президент Медведев, у него сегодня, кстати, пресс-конференция, 12, там большая по телевидению. Да, ну, к сожалению, я слушал, да, так, не отвлекайся. Да, он сказал, что он потерял доверие к мэру и назначил Собянина. Так вот из-за чего. Да вот нет, на чем подорвался нет. Лужков на критике. Нет, я тут вообще, я про другое хотел сказать, что такое продюсерство. Сделали решение московского правительства ставку 119,20. Письмо с уведомлением о новой ставке. А что такое ставка? Ну, это арендная плата. А, арендная плата. Арендная понял. Плата. То есть она выросла раз в 5, я правильно понял? Совершенно верно, мягко говоря. Да. Практически на 100 рублей. Ну да, да. На 100 тысяч. Раз почти, 100. Да. Да, письмо я получил в апреле. День рождения как раз, да. Ну нет, в конце апреля. На прием я попал, потому что какая-то запись, все ставили запись, в мае. То есть сразу я попал на полляма практически. Вот. Потом мне сказали... Все, вопрос решится. В октябре будет межведомственная комиссия. Ну, там наверняка уже уважаемый человек. Никакой комиссии, конечно, не было. Они просто тянули резину до последнего. В общем, по финалу минус 1 100 000. Учитывая ремонт 200 тысяч, который мы вложили. Потому что мы приняли помещение в жутком виде. Оно было каким-то мусором. Все надо было вывозить, ремонтировать, ставить там танц-класс. И занимались мы, в общем-то, не коммерческой деятельностью, мы действительно там помогали ставить спектакли и продюсировать. Ты когда говоришь «мы», ты кого имеешь в виду? Ну, я и там, случайно совпадение, значит, семья Медведевых там работала со мной, там бухгалтер. Медведевых? Ну, в смысле, там мама, это однофамильца, да. У меня везде Медведевы. А неплохо бы иметь, кстати, не однофамильцев, а вот да, папа и сын, мама была бухгалтером, папа и сын помогали мне, вот как раз. Значит, из рокеров только Градскому удалось построить свой театр на Лужковские. Да, да, вот получается, что так. Деньги. Да, получается, что так. За счет города. Или у кого-то тоже из твоих коллег получилось? Я больше не знаю никого. Ну, а что за история? Я вот утром тебе позвонил, снял телефон твой помощник, говорит, Крису дознавателя. Что дознают-то? А дознают, оказывается, опять-таки... Да, мне, кстати, сказали про продюсерский центр. Да. Надо читать российскую газету. Я говорю, как можно читать газету, где половина сообщения, полгазеты занимает банкротство предприятия и так далее. Грустно читать. Да, грустно читать. Вот, кстати, в силу с первого... В чем проблема? С 1 июня этого года вступил указ, что отказ от медосвидетельства это уже... При задержании. Да, при каком-то даже не нарушении, а в принципе. Вот приехал ДПЕ, а вот просто остановили. Так. Вот. Пройдите медосвидетельство. И ты отказался? Да. Я отказался, потому что я был абсолютно трезвый, я даже дыхнул. А зачем отказался ты, если трезвый? Ну, я просто не знал, что этот закон принят. Потому что я все лето был на гастролях. Потом я был на «Новой волне», которая первый раз, и слава богу, проводилась в России. Кстати, это очень хорошо, что она проводится в Сочи. Там отличная атмосфера. И нет этих прибалтийских проблем. Там же националисты и все. Это говорит человек с фамилией Кельн. Но у меня... Да, мне... да. В Прибалтике хорошо, вот, ну, лично меня. А вообще там, конечно, атмосфера достаточно. Так что, вот ты отказался проходить это освидетельствование, и это легло в основу какого-то уголовного дела? Да, или, но, что в принципе, происходит? Да. До меня было 15 случаев, но поскольку человек, никто не пострадал, и ни машина, ни ДТП, ни люди. А эти все случаи, как и в моем, собственно, мне об этом дознаватели сказали, их было два, значит. А что это будут просто штрафные санкции. То есть тебя не посадят? Нет. Точно? Нет, 100%, и ни условного ничего не будет. Будет штраф. Я впервые увидел, мы же можем сказать, что ты приехал с водителем. Что, потому что я все время помню, что ты был за рулем. Да, я не вожу сейчас по другой причине абсолютно. Потому что после 15 приступов эпилепсии, вот,
Да, у меня было 15 приступов. Эпилепсии? Да. У тебя? Да, причем 5 с тяжелыми последствиями. Это с каких? Это я первый раз слышу про это. Ну, это вот за год было 15 приступов. Было так, что... Эпилепсия? Да. Судороги, закатывались глаза, надкушенный язык. Убоги. Изо рта пенный кровь. Не надо подробности, скажи, когда все это началось. Ровно год назад, и не из-за алкоголя, ничего. Это просто нервная обстановка. В доме очень... То есть эпилепсия может возникнуть на почве стрессов? Стрессов, нервных расстройств, да. Такие случаи в практике наблюдались. Я сейчас прохожу достаточно серьезный курс. У меня, значит, 3 типа лекарств. Значит, одни каждый месяц. Он курс длится 4 месяца. 2 подряд и 2 через паузу там. И не пьешь? Ну, это вообще категория. Да, не пить я даже... Только ты не расскажешь, что ты никогда не пишешь. Последний раз, когда мы с тобой виделись, когда ты пришел просто на эфир, ко мне на телевизионный, это было 60 лет твои. И ты пришел так просто... это было 21 апреля... Да, и ты пришел просто 2 бутылками. В одном кармане, в другой. Я выпил у тебя, по-моему. Да, и прикладывался. Так что вот... С октября я как бы все... Завязал? Да, абсолютно. А езжу, потому что при этом заболевание категорически запрещается, потому что человек может потерять сознание за рулем. И последствия неизвестны. Можно сбить человека, все что угодно. Поэтому после 4-месячного принятия таблеток, еще уколы миксолидола каждый день обязательно. Вот. Нет, не каждый день, а в месяц 15 дней первые, когда... Понятно. Да. Нет, ну я рад, что ты взялся за себя. А что за шрам у тебя вот над правой бровью? Вот это при падении я потерял сознание, и рассек бровь, у меня кровь шла 5 часов. Это на даче произошло? Это уже произошло на Смоленке. На даче я со второго этажа вылетел, ударился об острый край лестницы. А в связи с чем? Потерял сознание, поднимался. Приступ был? Приступ, да. Человек теряет сознание. Кошмар. Вот. Тогда я потерял 1,5 литра крови. Была лужа просто целая. Значит, а когда ударился о край стола, вот этот шрам, кровь не останавливалась 5 часов. Там ни пластырь, ничего не помогало, потому что... А скорая приехала? Била. Да, скорая приезжала. Ну, что они сделали? Зашили? Не зашили, просто еще проклеили, сделали 3 укола. Всегда при приступах вызывал скорую сразу, чтобы снивелировать процесс. А сейчас, по окончанию 4-месячного курса, я сделал электроэнцефалограмму, причем у одного из лучших неврологов у меня, жена моего близкого друга, отвела. Это достаточно болезненная вещь, потому что она настоящая, она длится 2 часа, и после первого полчаса, 1,5 часа, это уже достаточно болезненное ощущение. Ну, реально, такая тупая боль. Может, надо завязывать и со спортом тоже? Я не думаю, что спортивные нагрузки в таком состоянии. Нет, нет. Они сказали, если по самочувствию, это наоборот даже полезно. То есть обмен веществ, обращение. Но я же не надрываюсь, извини меня. Не знаю, я тебя помню, как ты надрывался. Нет, я сейчас... 7 утра с ракеткой там. Сейчас все в разумных пределах. Какое-то время нельзя было в сауну ходить, сейчас можно уже. А музыку писать можно? Ну, сейчас. Сейчас я буду уже скоро замечать там настроение. Когда ты последний раз писал? Сочинял последний раз? Кстати, недавно. Недавно. Это сейчас был какой? 26-й. В принципе, у меня готов альбом. Так. Он уже написан, он просто не записан. То есть новый материал? Новый материал есть, да. На целый альбом. А я сочинил такое гимнное произведение. Вообще песни про спорт очень сложно писать. Там очень нужен правильный текст. У меня есть хорошая песня про футбол. Футбол как первая любовь. Теперь я к 25-летию сочинил... К 25-летию чего? Кубка Кремля. Так. Сочинил. Наверное, выйдет свет. Я вот после Нового года как раз буду делать аранжировку у Льва Коновалова на новой студии, которую он смотрел в Крокус. У Агаларова, по-моему, не знаю, там он
как раз монтировал ее, видимо, все готово. И, наверное, следующий кубок, как бы я представлю произведение, вот, поскольку это все. То есть эти контакты у тебя с этими ребятами остались? Да. Потому что, в общем, ты с очень многими расстался, конечно. Нет, ну, аранжировка и студия – это очень важно, потому что у меня как бы… Я пишусь на лучших студиях. Крис, меня вот давно интересует вопрос по поводу песни «Замыкая круг». Да. Когда-то в конце 80-х вы собрали огромное, я так понимаю, это вы, наверное, были все-таки инициатором. Да, да. Вы собрали огромное количество популярных на тот момент исполнителей, там Никольский, Градский, не знаю, Варшавский, Кутиков, Макаревич и так далее. Да. И вот все спели «Замыкая круг». Да. И меня всегда интересовал вопрос. Я знаю, что музыканты не очень друг друга любят, там, ревнуют, конкурируют и так далее и тому подобное. Я наоборот всех люблю. Нет, про вас понятно. Одним делом занимаемся. Да, и как они вот все собрались и вдруг решили там спеть по одной строчке куплета. И вот и как это навсегда осталось. Вы знаете, на самом деле удивительная история, потому что это писалось на первой студии Останкина. «Первый тон ателье» это называлось тогда. И приезжали все в разное время и записывали. И потом мы сводили... То есть приезжал просто на одну строчку спеть? На одну строчку, и потом все это сводилось, и причем на восьмиканальном, это по нынешним меркам, это минус 24 или 48 каналов с тюнингом, с обработками. Вот новые версии, кстати, так сделаны. Есть две новые версии. Одна, которую я пел на авторадио, там поют дети вместе со мной. Дети, потом хор. А вторая, которая была в программе большой на НТВ, там немножко другие исполнители спели. Ну, есть самая главная версия, где на гитаре играет Барыкин в конце. Покойный уже. Да, покойный, да. На саксофоне Мазай. В общем, это очень хорошая версия, и мы всегда поем на концертах их живьем. Вот, так что. Есть еще съемка вот проекта ТВ-6 в Красноярске. На День города проводил. Ну, там вообще, наверное, человек 40 пел. Еще вопрос по этой песне. А это вы лично отбирали, вот кому петь, кому не петь? Или как это вообще происходило? У меня появилось ощущение, что многие из рок-музыкантов как бы... Так и получилось. Кто-то уехал в другие страны жить, кто-то перестал этим заниматься, что вот это такой аккорд нужен был финальный. Многие говорили, что это проекция песни «We are the world». Я абсолютно не согласен. Общая песня, по одной простой причине, что в спектакле «Юнона Авось» финальная песня «Аллилуйя», возлюбленной паре, которая называется «Аллилуйя». А я, кстати, безумно люблю этот спектакль все-таки. Аранжировка там, создание спектакля, мы принимали прямое участие. До этого я написал музыку в спектакле «Люди и птицы». А как бы спектакль вроде про бам, но Захаров Марк Анатольевич умеет так ставить, что он не про бам, а про любовь. Поэтому это был посещаемый еще спектакль. Да и песни там очень правильные достаточно. Да, и там пел кто? Там пели все актеры театра. Абдулов. Абдулов, Караченцев, Шанин. Вообще все актеры, которые принимали участие. Пел академический хор. Вот. Пел Паша Смян, который играл роль главного сочинителя. Вот. Все музыканты. Это все-таки это немножко не то. Все-таки, Крис, согласись, что это все-таки музыканты из одного коллектива. Ну, это все-таки это общая песня. Я с Олегом здесь согласен. Я не считаю проект «Развод». Более того, в известном... Но потом, что в этом плохого-то? Плохого-то как раз ничего. Наоборот, это наша первая общая песня. Хорошее заключается в том, что в проекте «Peace Foundation for the World», когда мы прилетели в Чикаго, весь самолет «Наши дети в белом», нас встречали дети Чикаго, все в белом, с цветами, они спели эту песню «Let me hold your hand, let the music never end». Let me always call your name, and we will be the same. Вот так, так. Но, к сожалению, съемки у меня не сохранилось. Вот это я жалею, я бы фильм включил. Вот это вот ничего не... Вот до сетевую эпоху все вот эти вещи, они, к сожалению, растворились. И не осталось от очень многого следа.
Ну, какие-то растворились, ну, например, выступление там на Lazy Rock фестивале, где мы играли перед группой Duran Duran. Это какой год? Это, по-моему, когда я в Театре песни Пугачёвой работал, это, соответственно, 89-й. Потом уже в 90-м я работал как в Арсе у Крутого целый год. Вот, но музыканты не захотели дальше работать, хотя Алла Борисовна меня очень многому научила, я благодарен, как создавать песни, как писать. Ну, действительно, она тебя научила? Да, она учила, она отбирала программу при мне. Так. Так, это песня, это шлягер там, это пойдет. Это, конечно, говно, но петь надо. Народу понравится там. Это нет. Тогда я еще приходил к ней домой, такой мальчик там, Филипп Киркоров, наш болгарский друг. Наш болгарский друг, да, который говорил: а, Исаевич, мне так очень нравятся песни, можно я такие буду петь? Я говорю: Филипп, конечно. Ты просто что-то пел Киркоров с твоего репертуара? Нет, твоего он так сказал. А, так, это просто была, ну, фигура так, речи, понятно. Да, так. Это да, речевая. То есть у Пугачёвой, ты считаешь, была чуйка? Да, она просто потрясающе чувствует. Она отбирала программу, потом, когда она послушала нашу программу «Рок-ателье», она говорит: а почему про это не знает народ? Я говорю: Алла Борисовна, все в ваших руках. Народ – это вы? Да. Народ в ваших руках, Алла Борисовна. Дело в том, что мы-то пришли в театр уже раскрученным коллективом с песней «Ночной рандеву», с песней «Замыкая круг». То есть это не та история, как с Кузьминым. Она же делала Кузьмина, я считаю. Ну, динамик же был до... Ну, динамик-то был, но как лично Кузьмин, как личный. Как сольный проект, как это, ты считаешь, что это благодаря... Конечно, она раскрутила его. А ты, значит, как мужчинка, ей не понравился, я так понимаю. Тебя она не стала раскручивать. Вот так, перекрестился и сказал: ну и хорошо. Меня в тот момент не надо было раскручивать, потому что у нас было 20-25 концертов в месяц. Ну, правда, за небольшие там деньги, потому что мне еще Игорь... А какие деньги? Вот сколько тогда? А я не знаю, у меня Игорь Николаев жаловался, у нас были гастроли в Мариуполе совместно. Говорит, мы с Наташей Королёвой отработали 5 стадионов в биткомпле. Ой, извините. Да, да. Ну, как нецензурно там, про вещь Обамы, скажем так. Да, так. Извини, отработали 5 стадионов битком, я купил мягкую мебель в квартиру. Так что эти 20-25 концертов, ну, что-то они ничего особо не давали с точки зрения финансового благополучия, потому что я не помню даже, какие деньги, но что-то совсем. Это не то, что... Что у нас сейчас концертов мало, но зато они стоят. Ну, сейчас тоже, в общем, кризис. Вот сейчас кризис. Сейчас... сейчас и корпоративов нету. Ну, да, совершенно верно. Просто. Да мне Филя жаловался. В смысле, как давно? Киркоров. Ну, не знаю, там полгода назад. Слушай, вообще концертов нет. А где ты с ним пересекся? А я не помню, какой-то презентации, там что, то ли клипы. Вот, ну, то есть ты по-прежнему ходишь на всякие эти... Ну, на какие-то мероприятия хожу, да. Все-таки не так часто, как раньше. Вот, ну... Когда хороший состав, чтобы пообщаться с людьми просто, это интересно. Вот такая история про футбол. Вот была команда «Звездная Старка», да? Вот это вот, да. Я думаю, может, это просто «Замыкая круг», они все собрались и поняли, как это клево получилось и задружились. Нет, вообще была. Она существует. Ну вот я просто в последнее время про нее мало чего слышал. Нет, почему? Она существует. Достаточно много выступлений, два тайма. Ну, где-то минут по 35 мы играем. С разными командами, администрациями городов, конечно, которые подпускают профессиональных футболистов. Там 5 минут поиграет администрация, потом выходит уже конкретные. Нам, правда... Ну, просто годы-то идут, и уже... Годы идут, но костяк остался. Давыдов, Воротов, Минаев в защите. Там Пьер Нарцисс играет, там еще там... музыкантов. Ну, в общем, состав приличный, кстати. А молодое какое-то поколение, условный Тимати, они в это не балуются? Тимати нет, но молодежь там в свое время как популярно было, там «Отпетые мошенники», там еще. Ну, ты вспомнил, тоже не молодежь. Это уже не молодежь. Прошлое тысячелетие. Это уже не молодежь, да. А вот это, конечно, тема и про деньги, и про все, я думаю, может быть, действительно была ошибка и у тебя, и Александра Борисовича Градского, что вы отказывались от продюсеров. Я уж не знаю, чем вы руководствовались, жадностью, природной. Почему не было продюсеров? Продюсер – это тот человек, который ходит на стрелки, как Скормухин, который считает деньги.
К тебе обращался кто-нибудь из продюсеров с предложением? Нет, во-первых, ко мне никто не обращался. Потом все знают как бы мои связи и контакты. Угу. И связи и контакты появились уже после какого-то багажа рабочего? Ну, естественно, конечно, когда появились. Ну, с Костей Эрнстом я знаком уже 100 лет. Нет, я говорю про музыкального продюсера. Я говорю вот продюсера типа Алибасова. То, что агент называется. Я думаю, что на данный момент времени такой человек мне нужен, который будет заниматься точно. Ну, по идее, этим занимается Женя мой. Вот. Твой брат. Да, брат. Ну, сводный брат, но неважно. Он мой директор и как бы и продюсер. Ну, сейчас как? Вот предложение поступает, что сейчас? Раскручивать я могу сам, как бы, есть радиоканал, который постоянно крутит там ретро-ФМ, там, музыку, особенно к Новому году там. Я участвую и, правда, не понимаю, почему иностранцам платят за это деньги, а русским музыкантам типа за эфир. А что там за эфир ночью где-то? Ну, все-таки продюсер, как мне кажется, Олег, я... Нужен вот сейчас. Вот человек, который ведет... Вот мне кажется, мы все же советские люди, да? Нам разговаривать про деньги... Вот мне про деньги всегда неудобно говорить. Нет, я категорически не разговариваю. Кто разговаривает про там, сумму гонорара, про кто торгуется, да, в конце концов? Да, потому что не ты же будешь... Женя, нет, музыканту это, во-первых, нельзя сделать. Ну, вот в том-то и некорректно. И потом надо уметь и понимать состояние рынка. Конъюнктуру знать, конечно. Знать. Это этим занимается Женя, конечно. Значит, все-таки он у тебя импресарио такой. Да, вот. Импресарио, да. То есть он ему звонит. И всегда так было? Так было всегда. Угу. Вот. Ну, с 90-х годов, когда он сначала начинал играть на гитаре. Ну, у него сейчас, по-моему, он... Да, он хороший гитарист. Он продюсирует, он мне какой-то предлагает свою подопечную все время пропиарить. Его жена, да. Это жена его, да? Злата Дзаганова. Он очень талантливый певец. Да, родила ему дочь замечательную. А племянница у тебя, значит. Да, а, кстати, у него такая очень симпатичная... У него народная... Жанр такой. То есть этно такой. Да, этно, ну да. Поет романсы. Это особенно на западном рынке это продаваемо. А как племянницу-то зовут хотя бы? Не помнит. Да я не помню и не знал. Что-то. Нормально. Вот это мне нравится. Крепкая прибалтийская семья. Она родилась, я уж не помню, сколько ей лет, но недавно совсем. И я как-то дома у нее не бывал. Раньше бывал, но поэтому я ее видеть не мог. Но это мы поправим. А у Жени есть слух, голос? Ну, вокальный, наверное, нет, но слух есть. А у Кристиана, у сына твоего? А Крис занимался 3 года в музыкальной школе, задавал там даже дуэты, играл там с девочкой, с какой-то видео сохранилось. Я его научил немножко на гитаре играть. Так. Вот. Но его все-таки с точки зрения последних увлечений сам, он имеет 5 сертификатов подводного ныряния. И главное, самый сертификат важный, это английский сертификат. Он ныряет в пещерах, а в пещерах, может, уже научился все. Это самая сложная вещь, замкнутое пространство под водой. У него есть, я ему купил гидрокостюм, компьютер французский, это очень важно. Для там, соблюдения там, дистанции и так далее. Вот он этим увлекается и уже пронырял, по-моему, все пещеры, там, и в Доминикане, и там, где они только есть. Вот. А вообще он компьютерный человек, он окончил курсы, долго занимался и работает сейчас тем, что создает спецпроекты для разных организаций. Как бы в компьютерном виде, потом уже. Реально. Крис, у меня к вам такой вопрос, кому как не вам на него ответить, что называется. Вы еще, если я не ошибаюсь, в 72 году вместе с Ситковецким создавали группу «Високосное лето». Совершенно да? То есть 72 год – это самый разгар брежневского застоя и время, когда музыканты за каждый чих там могли, в общем, нахлобучить. Подпольные концерты. Да, подпольные концерты. И, значит, когда приходили люди в штатском. Вот. Да, но с другой стороны, это была немыслимая слава, и такое, там, передавали бобины там, друг другу, еще что-то такое дело. Вот, вы застали время, когда рок был в советском, так сказать, формате, под советским строем, под грузом и спудом. И вы очень хорошо, соответственно, застали время уже, назовем так, капитализма в России. Да.
Я понимаю, что когда мы были моложе, нам всем казалось, что трава зеленее. Но все-таки, вот как бы вы сравнили рок, вот рок как движение, как явление, он остался таким же вот отчаянным, каким он был в советские годы? Сейчас он остался таким? Ну, скорее, слово «отчаяние» здесь не совсем уместно. Он не отчаянный. Это просто... Ну, я даже не знаю, это такая движуха была. Более качественно исполняемая рок-музыка. То есть играть стали значительно лучше. У нас сессионные музыканты ничуть не уступают западным, на самом деле. Есть люди, я хожу на концерты, там, где поет Давидян в группе «Форт», я смотрю, как люди играют, просто потрясающе. С чего вдруг у нас появились? Ну, я не знаю, научились. Ну, то есть, вот... Потому что мы играли в группе, я выпустил же альбом «Високосное лето», который там собирался там с разных записей, такой звук, конечно, некачественный, потому что писали там из зала, там. Но там были серьезные, потому что Шестковецкий тогда уже сочинял там серьезную такую музыку, типа «Ронда отражения вне тональности». Это один такт 7-11, как у Рыбника, другой 12-19, и все это разучилось там. Ну да, качество исполнения музыки сейчас, наверное, лучше, да? То есть, условно говоря, средний музыкант стал лучше играть, да? Да, значит. Но, ну, назовем это так. Но где же... Протестная история, ну, да. Протест или как бы... Или вызов. Социалка какая-нибудь. Ну, социалка, да. Я не знаю, ну, наверное, или кайф, или драйв, или я не знаю, каким еще словом это назвать. Куда это все делось? Дело в том, что все разрешено сейчас, как бы играть любую музыку в любых стилях, в любых направлениях. Поэтому, когда я встретил Шевчука, значит, на 41-й, по-моему, авеню, который вот так посмотрел, а ты был на могиле Джона Леннона? Так на меня злобно. А вот, я говорю, ну, конечно, был, Юр. Слушай, пойдем водки выпьем. А выяснилось, я приехал в какой-то небоскреб с замечательным видом, где уже не было мебели, ну, потому что американский продюсер, он вложил деньги, значит, в выступление ДДТ, увидел, что бытком зала, и подумал, что в Америке тоже народ пойдет. Народ просто не пошел. Ну, да. Гастроли провалились, он попал, по-моему, и на свою квартиру, вот в небоскребе, на мебели, еще на деньги. Продюсер. Вот. И Юра злобный, после первого выпита бутылки, он стал так бить по столу, вот так. У вас не было рок-н-ролла в 70-е. Вот у нас рок-н-ролл. Я говорю, Юра, я с тобой. Хорошо, я согласен. Только успокойся. Потому что он сразу приступил ко второй бутылке. Я понял, что не соглашусь. Да, тут лучше не спорить. Но действительно что-то меняется ведь с годами. Мы можем вспоминать старое время, когда действительно за 5 концертов на стадионе можно было купить мягкую мебель. И это было неплохо. То есть я удачно съездил на гастроли. Да, ну, что сказать, можно по-стариковски, наверное, немного брюзжать и говорить, эх вы, а кто вам сегодня нравится? Вот из тех, кто сегодня на эстраде, тех, кто что-то работает. Я не разделяю рок-музыку, есть хорошая и популярная музыка, есть хорошая музыка, качественная, есть плохая. Это все так говорят, да. Но тем не менее, кого что-то слушаешь сейчас? Мне очень нравится Лепс, как и президент. А я не знал, что у нас президенту нравится Лепс, да? Да, он слушает его музыку и сказал в каком-то интервью, что нравится. А нравится Розенбаум, очень нравится его песня. Я считаю, что он продолжатель дела Владимира Семеновича. Но поскольку все-таки полгода, за полгода до смерти я не познакомился, в общем, мы виделись. С Высоцким? Да, с Высоцким. Я на концертах иногда себе позволяю спеть его две песни. «Здесь вам не равнина». Они, кстати, и записаны. Я пел на его 60-летие со дня рождения. Слушай, я не знал, это вот где вы познакомились, при каких обстоятельствах? А мы познакомились в театре. Я же был театральный человек. Вот. Гармоник познакомил вас, нет? Да, по-моему, да. По-моему, мне кажется, да. Что по-моему, да. Он нас познакомил, мы виделись. И вот «Здесь вам не равнина» из Климата. Эта песня, кстати, она и записана. Между прочим, она на одной из моих пластинок, которая в CD-варианте.
Вот, и сказали, что как бы, ну, отзывы прессы были на этот концерт, что сказали, что два человека с нерусскими фамилиями, Кельми и Лепс, спели песню Высоцкого лучше всех. Вот, еще я пою песню на концерте, просто под гитару. Я не люблю «Фатального исхода». Слушай, а вот удивительно, что Градский, который не был знаком с Владимиром Семеновичем, Александр Борисович написал песню. Да? Про Высоцкого. Mm-hmm. Мне кажется, что такую песню, как написал Градский, мог написать только человек, который вот в жизни не пересекался с Владимиром Семеновичем. Вот какое впечатление на тебя-то? Я вот пару раз с ним пересекался в гостях у Игоря Кохановского, его школьного товарища. Вот впечатление человеческое. А Владимир Семенович? Да. Ну, это глыба. Это глыба, которая вошла в историю. Нет, вот про историю я знаю. Меня вот интересует вот чисто вот в бытовом плане. И бытовом. Вот, ну, это харизма, это, чувствовалось. Да, это харизма, вот, да. Это надрыв. Угу. Надрыв такой постоянный. Но это вот был период уже его такой вот тяжелой героиновой, наркотической истории, что там морфий, я не помню, что в фильме описано. То есть это уже вот был такой финал. Чувствовалось или нет? У меня есть такая песня, она не характерна для меня, но хотя я к ней написал стихи, только к некоторым песням сам написал стихи. Дело близилось к развязке, называется. Слава Богу, вместе связки не помогут перевязки, в перевозке отойдем. Даже оперные связки, это про Баскова, не заглушат стон гитары и лихой судьбы удар мы вдвоем перенесем. Твои стихи. Да, ну там вообще, я покажу потом, сейчас просто не хочется снимать. Там достаточно, моя жена, когда их услышала песни, прочитала, говорит, на тебя это не похоже. А самое главное, что аранжировка сделана, не трехаккордная, она сделана, Лев сделал, в стиле Genesis. Кто сделал? Ну, Лев Коновалов. Он мой аранжировщик, там, я считаю, вообще лучшим. Он сделал в стиле Genesis эту песню. Там вроде слова такие. А дело близилось к развязке, даже черные повязки к нам за утренней затмёй. Что-то вдруг не занесли, только... Впрочем, это не помеха. Мы увидели прорехи в пиджаках парней бесстрашных, в красных отблесках зари. Но тебя я укрываю, вместо слез свинец глотаю, наглотавшись, оборвавшись, захлебнувшись на ветру. Дело близилось к развязке. Слава Богу, вместе связки. И лихой струны удара. Нет, а... В синем отблеске экрана заживают мои раны, и аккорды этой песни бьют стекло косым дождем. Это на коду три раза. В синем отблеске экрана заживают мои раны, и аккорды этой песни бьют стекло косым дождем. Так, а Высоцкий знал вообще рок-культуру? Или он существовал в богемном вот этом театральном пространстве и вообще с рокерами и не общался? Я думаю, не знал, да. Он существовал в театральном пространстве, кинематографическом, как известно. То есть один раз всего вы видели, да? Вот виделись с Высоцким. Да, мы виделись, ну, может быть, пару раз. А фильм ты видел потом? Да, спасибо, что живой. Я был на премьере в октябре. Там, ну и как тебе? Мне очень понравилось, хотя там, конечно, очень много нестыковок. Ну, это художественное произведение. Это художественное произведение. Абсолютно непонятно, когда человек, который как бы ему нужно, вот иногда... Что ему повезли из Москвы, все такое. Вот, конечно, как мой сказал приятель, он говорит, я не верю в добрых комитетчиков. В общем, ну, художественное произведение есть художественное произведение. Фильм хорош. Ну, хорошо. Крис, у меня, я многих композиторов тут пытаю в студии, пытаюсь разгадать загадку хита. Вот у вас есть несколько таких хитов, которые пела вся страна, да, там как ночной... И поет. И поет, действительно, да. Кстати, песня «Замыкая круг» входит в обязательную программу «Все школы России». Да ты что? Да. Вот это круто. В обязательную программу пения. Я просто как Пушкин, Лермонтов и Некрасов, я в школьной программе, я понял. Да, это реально абсолютно. Мой сын, когда учился в школе, он говорит, папа, ну только приди, пожалуйста. Это так прикольно, мой папа, и все поют его песни. Я пришел в школу, там все... Круто, да. Так вот, я пытаю про вопрос. Как пишутся хиты?
Вот я кого не спрошу, все уходят от ответа. Я могу сказать просто. Я вообще вот специально, как Макаревич говорит, это особая работа, это честь, это как во всех странах мира авторам. Нет, они приходят сами. Это состояние, это настроение души. Ведь, к примеру, песня «Ночное рандеву», она на виниле стояла на второй стороне второй песни. Она не заглавная песня. То есть ты не угадал, что это хит? Я не знал, что это хит, да. Вот, то есть не дано предугадать. Альбом назывался, он был протестный. Он назывался «Мы знаем», виниловый альбом, выпущен на «Мелодии», и там картина Питера Брейгеля «Шествие слепых». Да, «Шествие слепых». И альбом назывался «Мы знаем». Это как бы была... Она не в формате была, на самом деле, получается? Она не в формате альбома. Ну, я никогда не знал, что она так выстрелит. Она взяла и выстрелила. Вот это удивительно. А что ты считаешь, вот твой личный хит-парад из твоих песен? То есть, если бы вот надо было бы представить, вот как мы сейчас после окончания эфира, мы несколько номеров представим. Вот это и есть лучшее от Криса Кельми в трактовке самого Криса Кельми? Ну, мы не представим сегодня песню «Замыкай круг», потому что на флешках, вы просили флешку, а она в варианте минус. Так, хорошо, остальные. «Ночное рандеву» это понятно, это не обсуждается. «Ночное рандеву», я считаю... Я хочу понять, это все песни для тебя были неожиданностью, что они выстрелили? Абсолютно. А бывали, значит, песни, которые ты думал, сейчас вот это будет хит? Вот когда «Замыкай круг», я почувствовал сразу. А когда я увидел стихи, которые Маргарита Пушкина сочинила, я уже понял, что это 100%. Это очень серьезно. Она потрясающая просто стихи. То есть, на самом деле, откуда-то с неба, там откуда-то отгружается мелодия, а будет она хитом или не будет, это как бог весь, да? Ну, это многие песни, каждая песня свое время, как у группы «Любэ», какая же песня, она выстрелила там через несколько лет. Это зависит от чего? Не знаю, от состояния, может быть... В общем, каждое время... Ведь, например, Маркин, он написал песню «Я готов целовать Пицуку». Да. А он сочинил вот в лагере «МИ», где все приезжали группы. Там, при тебе практически. Да, там, при мне глаза, он, да, он все, пел да. девочкам перед тем, как сниматься любовью с ними. Значит, он пел «Я готов целовать песок, которого ты хотят». А с хитом она стала, извините, спустя там 5 или 7 лет. Почему? Потому что эфиров не было, или потому что времени пришло? Может быть, времени пришло, и эфиров не было. Да. Все вместе. То есть надо попасть куда-то еще в какую-то струю одновременно? Да, без сомнения. Знаете, Высоцкий-то, которому понравился, он без эфиров подымался. Он без эфиров, это народное. Да, и рокеры, и вы же подымались. И мы без эфиров. Без всяких. Вы запрещены были, не то, что там эфиров не было. Да, а сейчас есть эфиры. А сейчас хитов нет. На новых реальных хитов, вот типа «Замыкай круг ночного рандеву», да, пока нет. Я не знаю, может быть, что-то из нового материала, когда я выпущу. Я когда закончу этот курс, я уже понимаю, я сяду на студию, буду записывать. Не вернешься к употреблению веществ? Разного характера? Нет, это просто... Обещаешь? Это в прошлом веке. Я не обещаю, я гарантирую. Вот хорошо бы так еще гарантировать хиты, которые появятся. Но тут можно обязательно. Я чувствую, что все как бы. Все только начинается. Новый период. Ну что ж, друзья, наша передача сегодня подходит к концу. В гостях Олега Дружбинского, Евгения Додолева, была легенда российской и советской, кстати, рок-музыки. Замечательный музыкант и композитор Крис Кельми. Спасибо большое за то, что вы нас слушали и смотрели. Спасибо, Крис, что вы к нам пришли. Мы действительно можем пожелать только одного, чтобы опять с неба отгружали мелодии. Да, и чтобы они становились хитами. Ну, так, я уверен, что будет. Все-таки сорвавшись... седьмого этажа, все-таки я остался жив, там всего 6 ребер сломанных, пробитые легкой 7-м ребром. А вот как кошка спланировал сугроб по одной простой причине, что в спектакле «Люди-птицы»
была песня «Подари мне ветер, два крыла». Он мне подарил эти крылья. Ну, у кошки 9 жизней, я желаю, чтобы у тебя было не меньше. Тем более, я жду котов. Любишь у него 17 котов на даче. Это здорово. Друзья, кошек и котов. Друзья, передача подходит к концу, а сейчас вы услышите несколько песен Криса Кельми. Его замечательные, мы о них только что тут говорили. Вы услышите и старые хиты, и немного нового. Всем доброго, спасибо, что были с нами. Спасибо всем слушателям, телезрителям, ведущим, которые меня пригласили на эту передачу, моим друзьям. Вот. Хотелось бы всем пожелать здоровья, счастья, хорошего настроения, главное, любви, удачи, оптимизма. Спасибо. Всего доброго.